Прямо осень такая вообще, чаровница. Вы посмотрите, какая красота. Это вот березка перекрывает вид на клен. Вот такой клен красивый. Видите, какой клен красивый. Вот я говорю, березка перекрывает обзор, чтобы посмотреть вот так вот. Прямо такой листопад такой дружный. Но мы не замечаем, потому что дожди идут. Прямо вот я выйду на улицу. Сейчас я болею, побоюсь как-то. Только вот вылечилась. И говорю, надо укрепить ночь, падать дома. Вот. Это такое небо у нас такое красивое. Вот, вот такая листва. Такая. И вон цветочки вот я сажала, вон там. Видите, радуют глаз, красненькие такие. Красиво. Возьму потом грабли, беру там, грабли. А может и не буду, пусть покрывает листву. Листва будет огревать растения. И так вот водородный слой будет образовываться. Так что не хочется огревать. Пусть будет у нас укрыто все листвой, чтобы весной не замерзли на этом лесу. Цветочные. Мы гуляем с собачкой. Вышли гулять по нашему такому парку. Ой, она радуется, как идет. Ей радостно. Как она вышла на природу. Ей радостно. Такой маленький парк я вот сделала под окном. Такой красивый. Мы с мамой сделали. Я говорю, я прямо такая, ух, похвалюшка. Это память о мамочке. Вот такой парк, вот такой. Цветочно такой. Кустарно из деревьев он. Он такой маленький, такой вот такой островок, радующий глаз. Люди проходят, мимо любуются, смотрю. Красиво очень местно. Мы с мамочкой взяли в грабли, пошли там убирать. Как мы каждый год начали там убирать, порядок наводить. Мамочки только в радость, мы вот землю любим. Мамочка землю любит, 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 дачу приобрела, давала на заводе дачу, на бензин, на брянском мужчинском земле, купила дачу. И мамочка после работы рвалась на дачу, нравилась мне работать на земле. Ну, я такая же вот садоводница, такая вот мамочка и папочка. Так вот сад вот мне. Обычно мы тоже посадили. Ну что ж делать? Совершенно ничего тут не росло. Вот. А тут видите, красота, и шиповник, и цветы. И все там, ну, там красота. Вот.